Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше рубрику военно-исторической миниатюры. И сегодня хочу показать и провести обзор оловянной фигурки польско-литовского кавалериста 16-17 века. Данная фигурка – это явный представитель отряда регулярной легкой кавалерии под командованием Александра Лисовского. В народе их называли лисовчики. Лисовчики – это название формирования польско-литовской легкой кавалерии, действующих в пределах Речи Посполитой в 1619 году. В отличие от других подразделений, хоругвей польской и литовской конницы были нерегулярными формированиями, и лисовчики формально не получали ни жалования, формировались в основном из добровольцев мелкой шляхты и горожан Великого княжества Литовского. Они кормились только за счет своих трофеев и награбленной добычи. Во время боевых действий рассчитывали только на свою скорость и в сражениях не сооружали таборов. Лисовчики в основном использовались для осуществления разведки. В бой посылались лишь для уничтожения бегущего противника или мелкими группами атаковали, обстреливая его из луков, стремясь нарушить его строй и спровоцировать на контратаку. Были вооружены саблями, рогатинами, луками или ручницами. Отличались чрезвычайной боеспособностью и мобильностью. Также лисовчики принимали участие в войнах Речи Посполитой с Османской империей, в войнах молдавских магнатов и в войне с Московским княжеством. Данная фигурка сделана из олова. Оловянная миниатюра, очень хорошее качественное литье. Все очень хорошо прорисовано, хорошо все очень видно. Миниатюра в 32-м масштабе. Как видите, все отлично изображено. На подставке выбит номер по каталогу и фирма-производитель данной миниатюры. Реально очень понравились данные миниатюры. Конечно же, хочется научиться их красиво расписывать. Но пока что только коллекционировать начал, собирать данную коллекцию оловянных фигурок. Хочу собрать средневековье. И что буду приобретать, буду, конечно же, вам показывать. На этом буду заканчивать данную серию. Спасибо вам, друзья, что остаетесь на канале, подписываетесь, комментируете, ставите лайки. Спасибо большое за поддержку. Всех благ вам и вашим близким.